Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. И неделя пересадок продолжается. Сегодня буду пересаживать бегонию макулату. Я ее когда-то покупала для своего палеодариума. И это была ошибкой в плане посадки ее в палеодариум. Она очень плохо переносит повышенную влажность. То есть она у меня жила долго, в принципе, в палеодариуме, но можно сказать, что она там выживала, а не жила. Как бы, вот. Я ее решила пересадить, на ней там было пара листков осталось. Ну, вот она выжила. Вот такая она. Ну, теперь ей тут места не хватает. В общем, надо обновлять грунт, надо пересаживать ее в горшочек. Вот. Очень красивые листы. Дальше. Хоя, не помню, как называется, меня уговорила продавщица в цветочном ее купить. Где-то я 200 рублей за нее отдала. Очень красивая, медленно растет, но я брала ее маленькой деточкой. Она уже так хорошо выросла. Мне она очень нравится. Тоже пересажу ее сегодня. Дальше, это мне когда-то подарили. Это пеперомия, она растет большая. Не помню, как называется. Она прям деревом таким. У нее листы вот эти вот сердцем. Но они прям крупные. Так, и это филодендрон Orange Prince. Что-то ему как-то плохеет здесь, в общем. Буду пересаживать свежий грунт. Посмотрим, как будет. Но я его брала маленьким деточкой. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Так, взяла я. Подготовила уже горшки. Так, я не взяла только пакет сейчас. Или возьму не пакет, а возьму вот такую подставку. С нее легче мусор потом собирать. Так. Немножко обтрушу. Она начала сильно пересыхать в этом грунте. Этот грунт как-то, короче, он непонятный. Мне он не нравится. А я смешала здесь универсальный грунт, нейтральный торф и перлита чуть-чуть. Посмотрим, как она себя будет чувствовать в нем. Меньших горшков у меня нету, поэтому то, что есть. Ну, будем смотреть. Грунт надо освежить, конечно. Вот так. Вот. Вот такая красавица. Все. В принципе, грунта-то я и немного положила. Так. Дальше. Пепперошка. Что тут? Ну, тут совсем корней нет. Я смотрю. Я не знаю, у них должно столько быть или нет. Так она растет хорошо. А корневая маленькая. Значит, я ее пересажу обратно в ее же горшок. Просто освежу грунт. Что тот горшок для нее великоват сильно прям. Поэтому, значит, будет в этом со свежим грунтом зато. Так. Так вот так вот все. Я с цветами сильно не церемонюсь, честно. Дальше этот стаканчик возьмем вот для этой пеперошки. Так. Посмотрю, что тут и как тут вообще дела. Ну, чуть-чуть обобью. Тут их несколько просто деток. Раз, два, три, четыре.
детки. Их потом надо будет рассаживать. Мне тоже немного. По идее, в этот же горшок бы. Но он сильно маловат. Поэтому я буду садить. А этот как-то глубокенький. Ну, посмотрим. Буду смотреть, в общем, чтобы не залить его. Проверять. Потому что другого у меня нету. Горшка. Хотя мне... Ну вот, как-то не становится так. Нет, поглубже его сейчас зарою. Поглубже зарою, чтобы стоял, а не заваливался. Вот так. Все равно заваливается. Ну, сделаю ему, значит, подпорочку, наверное. Делаю подпорочку, потому что он прям столбиком должен расти. Это таким деревцем. Мне кажется, наверное, может этот лист как-то большеват. В общем, вот такая вот пепирошечка. Красивая. Ну, будем контролировать. В общем, чтоб не перезалить его. Так, ну остался у нас корень длинный. Корень длинный. Но садить в такой стакан его нельзя. Поэтому сейчас посадим в другой. Вот он у меня пересох. Хотя корешок стал намного длиннее. Я его когда пересаживала, только купила. Ну, грубо говоря, вот так. Вот такие корешки были. Вот это все наросло. Значит, сделаем немножко все по-другому. Сейчас я возьму стаканчик с дырочками. Другой. Такой же, но с дырочками. Тут без дырочек. И посажу. Сейчас, минутку. Так, взяла стакан, насыпала чуть-чуть на низ керамзита. Так, сухие листики. Так, и насыплю грунта свежего. Тут соберу. Грунт нужен ему свежий и питательный, потому что то, что я садила просто в кокосовую эту стружку. Нет, у меня другой филодендрон растет в таком сейчас грунте и чувствует себя хорошо, а этот как-то так, чахленько. Вот. Пересадила. И буду наблюдать. Так, у меня тут, конечно, куча грязи. Ну, вот что мы имеем. Сейчас я уберу. Как раз. И поставлю. Обновили грунт. Ну и пересадили наши растения. Вот такие вот красавчики у нас получились. Ну, пора им уже. Весна, растения просыпаются, так сказать. Сейчас начнут в рост идти. Хорошо. Вот. Все. Программу максимум на сегодня выполнила я. Все, всем спасибо, всем пока.